Всем доброго времени суток, очередная бандероль из Китая. Что здесь, понять не могу. По треку также не проверял, сейчас откроем, посмотрим. Так, судя по всему, это Xiaomi браслет. Xiaomi браслет должна быть, так, как видим, 8 июня 2016 года. Это... Не знаю, как там правильно, вторая или третья версия. Наверное, третья версия. Браслета Xiaomi Mi Band уже с экраном. Заказ сделал на сайте GearBest. Это по предзаказу делался заказ этот. Предпродажный заказ. Так, уже вижу, загорелось все. Так, как его здесь достать правильно? В общем, смотрим комплектацию. Ремешок такой же, как в первой версии. У меня была первая версия 1S, тот, который с пульсометром. Зарядная. Так. И сам дисплей. Сейчас я его извлеку, не могу никак извлечь его. Так, вот он, извлечен экранчик этот. Показывает время, судя по всему. Переключение каких-то режимов тут. И вот таким вот образом он вставляется сюда. В общем, заказом я на данный момент очень доволен. Пришло быстро. Очень даже быстро. Было, по-моему, если не ошибаюсь, от 15 июня предзаказ, но отправили раньше. То есть должны были отправлять после 15 июня, отправили раньше. Добралось оно сюда менее, чем за 2 недели. Вот такая вот инструкция на родном языке китайском. И, в принципе, все, больше ничего нет. Ну, я постараюсь сделать обзор на данный девайс. Я не специалист по обзорам и как бы этим не занимаюсь, но так как это одна из первых этих партий, то я все-таки постараюсь сделать небольшой обзорчик, как оно работает, как измеряет пульс, как весь остальной функционал работает. Ссылку приложу в описании. Стоимость была, если не ошибаюсь, по 33, но я с купонами, со всякими бонусами, то есть у меня получилось оно дешевле. Ссылку приложу в описании. Доставили очень быстро, заказом, в принципе, доволен. На этом все. Всем спасибо, всем пока.